Привет, я разработчик игры Realty Game. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал проект. Внесу некоторую ясность. Некоторые не совсем верно поняли, что я делаю игру 10 лет. Имеется в виду срок, когда я начал накапливать наработки, которые мне очень пригодились теперь. Началом можно считать 2006 год. Без опыта и наработок, как вы понимаете, сделать игру сложно, если вообще возможно. Именно поэтому я обозначил примерный срок как 10 лет. Но это не значит, что все 10 лет я фулл-тайм занимался только проектом, не ел, не спал и тому подобное. Все это досужие домыслы. Проект, который развивается на чистом энтузиазме, не может разрабатываться в таких условиях. Именно поэтому срок увеличивается. Так как иногда я могу уделять проекту всего полчаса в день, а иногда и того меньше. Но по возможности я стараюсь работать над проектом, если есть время, силы и желание, не менее 2, а то и более часов в день. В итоге хочу заметить, игра была начата где-то в сентябре 2017 года, а в начале ноября вышла первая версия игры. Таким образом, игра Realty Game создается всего 7 месяцев на момент съемки данного видео, а 10 лет — это срок, в который входит создание игрового движка, работа над другими проектами, которые так или иначе помогли рождению Realty Game. Ну и, конечно, учитывайте, что все делать приходится самостоятельно. Придумывать, записывать, создавать графику, программировать, генерировать звуки, писать музыку, заниматься продвижением, еще миллион всяких других дел. И, конечно, самое важное — это работа над каким-то еще проектом, которые питают данный проект финансово. На этом все. Спасибо, что интересуетесь игрой Realty Game. С вами был ее разработчик Неда Интернет.